Всем привет! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Шарарам. У нас, как видим, какие-то новые появились задания. Откуда прилетела тарелка и почему пропала связь там с чем-то. Итак, смотрим, какие у нас появились новые квесты. А, лайк для Нюши и пропала связь с роботами. Для начала давайте сходим, узнаем, что это за лайк для Нюши. Скорее всего, какой-то накопительный квест. Ага, вот наша Нюша. И что она хочет? Привет, хочешь посмотреть мои фотки? Если этот снимок наберет 50 лайков, то я устрою здесь фотовыставку. Найди моих поклонников Шарарами и собери у них лайки. В награду получишь классненькие смайлы. Так, смотрим, где их искать. Собери 50 лайков у поклонников Нюши в Шарараме, чтобы открыть фотовыставку на площади перед диско. А, где же их собирать? И как это делать? Ага, поклонники Нюши появляются в разное время и в разных местах. А, чувствую, что мы этот квест навряд ли выполним, потому что это нужно в игре долго находиться. Как бы я не смогу поклонников Нюши собрать. Ну что ж, зато у нас есть еще один квест, который называется «Пропала связь с роботами». Где же эти роботы? Ага, Лосяш. Пропала связь с роботами. Расследуй это дело. И получи подарок, вот такую крутую машину. Ну, за машину, я думаю, стоит побороться. Что дальше? Привет, ты пришел узнать о космическом объекте, который я недавно обнаружил? В стране роботов что-то произошло. Возможно, это связано с объектом. Я хочу посмотреть на него. А, к сожалению, он уже пропал. Но вчера около дома я нашел капсулу, а в ней карта звездного неба. Вот она, на стене. Там и про роботов есть. Ого, это точно имеет отношение к роботам. Возможно, после того, как объект пропал, прервалась связь с роботами. Думаю, в главном компьютере штаба есть какая-то информация. Об этом скорее в штаб. Скорее за подсказку, я всегда рад помочь, обращайся. Так, а где у нас штаб? Я что-то уже не помню. А, штаб, штаб. Так, а у нас, может быть, на карте появился штаб. Да, вот он. Получается, Сити. Ага, вот штаб на космодроме, точно. То есть у нас сейчас карта Шарарама недоступна. Ну, именно классического карта теперь задание. А, и что у нас здесь? Информация. Так, надо поискать здесь. А где искать? Какая-то информация. Нужно поискать в штабе. В штабе, в штабе. Где? Включить компьютер, точно. Я что-то сразу не подумал об этом. Так, смотрим. Домик Лосяша. Диско, Сити, Школа магов. Страна роботов. Вход в главный компьютер заблокирован. Выполни задание, чтобы получить доступ. Убери с поля все цветные квадраты. Сумма 2, 3 или 4 рядом стоящих квадратов должна равняться 10. Ничего себе. А вот так вот или как? Так, я пока не понимаю. Так, получается, вот если я правильно понимаю, вот 5 2 3, здесь у нас 6 и 4. Так, 5 1 1 3. Только пока они как-то не сильно прям убираются. Может, я что-то не так делаю? Так, 5, 4 и 1. А, 5, 2, 3. Какие же квадраты у меня должны быть? Так, 5. Нет, неправильно. Нет, так. 4, 3, 3. А, 4, 2, 2, 8. Нет, не так.
сложное задание. Синие, по идее, тоже считаются цветными, правильно? А, ну, как же нам их убирать? Вот. 2, 3, 5. 7, 2, 1. Но дело в том, что... А как же тогда остальные цветные убрать? А, вот, убрал, смотрите. А, восьмерка тоже считается, или как? Вот, 3, 3, 4. Да, наверное. А, так. 3, 5. Нет, это не подходит. Хотя нет. Вот, 1, 5, 3, 1. Отлично. 8, 1, 1. Все, я немного начал уже понимать, как тут что делается. Но, правда, еще не до конца. Так, а здесь у нас 4, 4... Так, 6... Вот, 2... Нет, не так. 4, 4, 2, допустим. Правильно. А дальше... Получается, не хватает чего-то. Так. Как же это задание решается? Это сложно. Даже для меня очень сложно. Хотя я люблю такие головоломки. Так, 3, 3, 1, 1. Неправильно. Так. Так вот, слева вверху 2, 3, 2, 3. Вот, хорошо. Дальше. Даже не знаю, в голове ничего так сразу не складывается. А вот 7, 1, 1, 1. Хорошо. Так, 5, 4, 1. Отлично. То есть цветных все меньше. Так, 8, 1, 1. Хорошо. Здесь получается у нас... Так, вот 3, 2, 3, 2. Еще один цветной квадратик убрал. Дальше 4, 4, 1, 1. Еще один. Так, что еще у нас здесь можно убрать? Ага, вот, получается 4, 3, 1, 1. Не, неправильно это. Так вот, 5, 3, 1, 1. Есть. Получается, осталось он 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цифр цветных. Много, много еще. Ага, смотрите, я понял. То есть, если даже я цветные еще не убрал, я могу серые, которые рядом, а цифры разные, вот, я могу их менять значение. Так понятно. А то, получается, я смотрел, что не получается никак убрать вот те, которые у меня оставались. А так, когда я уже могу менять любые цифры, то это все-таки немного легче. Итак, идем дальше. Так, 4, вот, 4, 3, 1, 2. Хорошо. А дальше, вот еще 2, 4, 3, 1. Отлично. Осталось совсем немного. Так, у нас здесь получается вот 6, 1, 1, 2. Еще раз. 1, 6, 1, 2. Есть. 9 и 1 можно поменять местами. Так, и еще... Что нам можно здесь? А больше особо ничего так и нельзя. Так, 2, 4, 3, 1 меняем. Так, вот эти можно поменять, три цифры. Нам нужны какие-то большие цифры внизу, а их нет. Так, получается 3, 2... 1, 2... Нет, не то. 4, 3, 1, 2. Хорошо. Хотя, в принципе, ничего хорошего. Так. Еще меняю цифры. Вот, уже получается, что-то наклевывается. Хотя по-прежнему не хватает. Так. 4. Вот эти может поменять. Есть, так, 2, вот, 2, 4, 3, 1. Уже поменял немного. Так, 3, 1. 3, 2, не то. Ничего не получается. Надо, значит, сдалека заходить.
Так, вот, 3, 2, 2, 3. Так, 4, 1, 3, 2. Так, еще 3, 4. Так, 2, 3. Вот, 4, 3, 2, 1. А здесь 3, 4. Никак не получается. Что ж ты сделаешь? 8 и 2 еще поменять местами. О, вот. 5, 3, 1, 1. Я долго этого ждал. Осталось 4 числа. Опять 4, 4, 1, 1. Вот, осталось 3. Так, что у нас дальше? 8, 1, 1. Меняем местами. Вот, получается 4, 2, 2, 2. Опять 4... 2, 2. Ага, нет, не то. Чуть-чуть не то я сделал. Так, 3, 2, 4, 1. А здесь у нас 2, 7, 1. И последняя цифра осталась. Ну, наконец-то. Уже ближе к делу. Так, 5, 1, 2, 2. Все, наконец-то. Страной роботов заправляет Клац. Это его цель — захватить Шарарам. Клац разработал специальную программу, способную перепрограммировать всех роботов за короткое время. Теперь роботы подчиняются Клацу, а все известные входы в страну заблокированы. Подготовка к захвату Шарарама уже началась. А нам-то с этого что? Все, больше ничего не могу сделать. А куда нам теперь идти? А, вот, распечатка плана. Факс от агента 002. Воспользуйся этой схемой, чтобы поскорее оказаться в стране роботов. Агент 002. Веселая схема, какую-то дверь нам нужно найти. А где это находится? Так, Сити. Подводный мир. Наверное, все-таки в Сити нужно, да? Или как идти? Ага, вот Сити, а вот может быть люк под вот этот, в страну роботов. Точно, то, что на плане нарисовано. Найти в Шарараме нужные части ключа и соедини их. Вот, блин, редиски. Еще нужно искать нужные части, где их искать? Ладно, идем наверх. Я пока частей не вижу. Стрелочка в сторону. Так, а это кусок чего лежит? Ничего. Так, фото на визу. Вот кусок, по-моему. Это кусок ключа или нет? Наверное, кусок ключа. Глобус какой-то. Паспорта. Где же все куски делись? Так, а где у нас еще куски? У нас доступны локация под водой. О, вот тут кусок как раз и лежит. Это второй кусок. А сколько их всего должно быть? Я даже не успел увидеть. Три или четыре, или сколько-то. По идее, вот у нас три локации, может быть, три куска. Так, после того, как я узнал, что нужно найти ключ, я еще в штабе не был. Сейф. Как же его расшифровать? А ну-ка, где наш дешифратор? Так, по идее, у нас... Ой, не то написал. Секрет. Что, правда? Правда, секрет. Вот еще одна часть. Все, ключ собрался. Теперь можно идти в Сити и спускаться в страну роботов. Так, стоп, нам же нужно ключ применить. Отлично. А, это еще не все. Так, следи за временем. А что делать? Поставь кнопки на свои места, вращай их вокруг других кнопок с помощью мышки. Так, меня с игры выкинуло, приходится заново начинать.
Так, как же здесь вращать-то? С помощью... А, все, разобрался, как вращать. А, так. Теперь нам нужно... Блин. Вот эти две... Я пока не могу собраться с мыслями почему-то. А, вот это пока месть в сторонку отодвинуть. Как-то так. Или не так. Вот так вот. И вот так. О, точно. Смотрите, как быстро даже получилось. Повезло. Что у нас здесь творится? Подбери верную комбинацию, чтобы открыть люк. А как ее подбирать? Подождите. Это же не так легко. Где узнать про комбинацию? У нас есть какой-то дешифратор или что-то? Что, вот так вот клацать, сидеть как... Блин... Где что-то это описывается? Понятно, это не то. О, нужная комбинация. Еще одна лестница. Опа, кто это такой? Необходимо срочно остановить вирусы захватчика, иначе главное ядро компьютера будет поражено, и страна роботов превратится в страшное оружие. А как это сделать? Подключись к компьютеру с помощью нейрокапсулы. Воспользуйся антивирусным оружием, чтобы победить вирусы, проникающие в ядро. А вот капсула, да? Это мне что ли сюда залазить? Правило: прицелься и стреляй по вирусам, кликнув левой кнопки мыши. Это, по идее, такое задание похожее, как в прошлый раз было. Класс, я такие люблю. Ага. Голубенькая, зелененькая. Там мне, по идее, всех нужно убить, а они будут вообще опускаться там или как-то. Мне это больше всего волнует. Или те, что есть, просто нужно разбить. И все. Вопрос очень даже интересный. Так, зелененькие. Голубенькие. Ты не сможешь мне помешать. Ага, значит, они будут опускаться. А я уже подумал, а вдруг не будут? Вдруг нам повезет? Не дождался. Красных вообще что-то нет. Вот так вот их можно обмануть. Голубенькие. Желтые. Так, еще желтый. Так, у меня уже некого убивать. Шарарам будет моим. Но вообще-то, если ты не видишь, что мы тебя уже почти победили. Как он может быть твоим, если он наш? Не только наш, а вообще всех. Всех-всех деток. Еще зелененькие. Опять почти никого не осталось этих вирусов. Мы их так хорошо разбираем, видите? Они не успевают плодиться. Ну вот. Еще посмотрим, кто победит. Так, а что ж смотреть? Тут так все ясно, по-моему. А вам уже все ясно, друзья? Что вирусы не пройдут. Осталось сколько там? Минута. Нам бы побольше вирусов. А то как-то аж даже неинтересно. Смотрите, уже некого побеждать. Шарам будет моим. Ой. Блин, а я кинул туда, куда нужно. Из-за этого балбеса. Так. Красненькая. Голубенькая. Еще одна. Красная. А вот и желтая. Так, осталось 15 секунд. Думаю, ничего такого уже произойти не должно. За эти 15 секунд. Роботы подчиняются мне. А может, слушайте, я что-то не так делаю? Может, я сейчас проиграю? Хотя, по идее, никто не должен. Время ноль.
А, теперь второй уровень. Тут оказывается по уровням еще. Ну да, теперь видите, сложнее тут уже. Получается, ниже эти вирусы, их больше. Ну, надеюсь, и с этим я тоже справлюсь хорошо. Во всяком случае, я в это верю. Так, красненькие. Голубенькие нету уже. Уже все вирусы голубые сверху слились. Да хватит, мы уже поняли, что тебе ничего не докажешь. Заладил свою песню шарарам, шарарам. Будет моим, будет моим. Ой, неправильно немного поставил. Так. Зелененький, еще зелененький. А куда мне красненький засунуть? Вот так вот. И еще сюда же. Так, хватит. А они все опускаются и опускаются. Как-то с одной стороны мне не получается убрать их бактерий. Эх, мимо. Так, зеленые. О, хорошо, мне сейчас красная теперь нужна. Очень нужна. Вот она красная. Хорошо-то как. И голубенькая. Так, а можно как-то попробовать так вот рискнуть? Нет, смотрите, четко попал. Почти все лишние убрались. Теперь дело техники, просто можно расстреливать, ни за что не переживая. Еще 1,5 минуты. А я уже... Ну тут, наверное, 3 уровня, третий будет самый сложный, скорее всего. Моя программа совершенно. Я пока мисс этого не наблюдаю. Программа как программа, любую программу можно обмануть и победить. Видите, еще минута, а уже мне нечего почти уничтожать. Уже все вирусы побеждены. Это за совершенная программа, если даже она не видит, что почти этот почти проиграла. А что там слева внизу за значок такой? Это может, когда мы там ошибаемся или что? Потому что у нас там 0 написано. Мне нужно красный или желтый, а не зеленый. А вот и желтенький. А теперь можно и зеленый. Все, уровень 3. Надеюсь, это последний уровень. Так, желтый, желтый, рыжий, рыжий, конопатый. Так, вот синенькие. Еще синенькие. Снова, точнее, голубенькие там, или как правильно. И опять. Ого, как много. Убралось сразу, смотрите. Так, зеленый, зеленый. Красный. Отлично. Опять вирусы мрут уже пачками. Так, как бы мне красным куда-нибудь пролезть? Ладно. Разберемся со всеми по порядку. Так, куда, куда? Желтый что-то как-то выскочил не вовремя. Зеленый. О, вот я сейчас то, что мне мешало, уберу.
красненький куда-нибудь сюда засунут. Эх, не попал куда хотел. Не беда. Я думаю, это нам не помешает. Так, голубенький. Зеленый. Еще зеленый. А как этот один остался вообще, смотрите, в воздухе? Такого же быть не должно. По идее, он должен был упасть. С нами уже не по-честному борются. Лишь бы мы не выиграли. Так. Надо как-то вот так вот. О, почти все я выкинул. Супер. Ну все, сдавайся, теперь у тебя нет ни единого шанса. Хотя еще 1,5 минуты, конечно, я мог бы и не спешить. Мне интересно их поубивать. Поэтому я не тяну время, как говорится. Так, зелененький. Опять голубые, смотрите, остались в воздухе. Также нечестно. Ну, все, вот уже. Опять мне скоро не с кем будет воевать. Так, зеленый. Голубенький. Или салатовый, правильно сказать. Так, ну осталось меньше минуты. Хватит уже, сдавайся. Ты видишь, что я всех твоих этих беспечников побеждаю. Так, моя программа совершенна. А моя еще лучше, потому что у меня нет никакой программы. Желтый, красный, голубой. Опять желтый кидать некуда. Потому что уже нигде их не было почти желтых. Так, еще опять желтый. Снова желтый. Мне вообще нужен был зеленый, да, вот он. Голубой. Зеленый. Опять зеленый. Голубой. Все. Победа. Ты блокировал вирусы инопланетного захватчика. Замечательно. И что теперь? В этот раз мой план сорван, но я еще вернусь сюда. Что теперь? Вот робот. Агент, ты победил пришельца, получив в подарок медаль и космомашину. Ищи медаль на личной карточке в разделе награды. А космомашину где искать? В домике, наверное, или в клубе. В принципе, что, вот и все. Нет, не хочу, зачем? Мне ж не нужны две машины, хватит и одной. Так, все, да, такой, в принципе, квест, он вроде бы и коротенький, там всего пару заданий, просто они долгие были, вот последние, где-то 3 миссии, будет 9 минут минимум, плюс с этими головоломками приходилось немного, как бы, поковыряться, так что, ну, не знаю, мне такие мини-игры нравятся, потому что они долгие такие. Да, привет всем, друзья. Сейчас я посмотрю ваши подарочки, прочитаю ваши сообщения, добавлю вас в друзья, кто хотел. В принципе, и очередной квест на этом закончен. Сафарик, Кипочка, Сашарик, Неваря, Кадет, Шефа 7, Костя Захар, Ариэль, Костя Алап, Костик, Эмма, Кириллова, Мистер Мяу, Джессика, Скарлет, Света Тям, Мача, Марат, Владос, Бэйби, Винни-Пух. Всем спасибо за подарочки. А, я получил 30 подарков, 31 не влез. Так, да, можете писать. Так что с друзьями. О, 78 человек хотят друзья. Добавляю всех. Не знаю, куда они все у меня помещаются, но куда-то я их добавляю. Раз вы пишете сообщение, значит, а вы лазите. Так, ваше сообщение. Никита, привет, спасибо. Так, 21 марта, квест Шарам сидят. Кстати, 14 марта у разработчика игры день рождения. Ну что ж, сомневаюсь, что он смотрит наши видео, но если смотрит, то поздравляю его с днем рождения. А, подари мне доллар. Ну, подари мне два, я тебе подарю доллар. Поменяемся. Так, приветик, передай привет, когда будешь снимать.
Катя, это моя подруга. Привет, Катя. Привет, кабинет Шара. Так, пожалуйста, возьми меня в помощники. Я буду тебе во всем помогать, ну вдруг, а например, ты что-то не знаешь. Я подскажу, хорошо, про. Ну, вы у меня все помощники, то есть каждый чем-то помогает. Я же не буду кого-то выделять здесь. Кто хочет, тот помогает, пишет, советует. Если раньше я вообще ничего не знал в Шаре, то сейчас как бы я уже, ну, хотя бы что-то знаю. Ну, ваши советы все равно иногда помогают. А я где-то тут ищик, и кстати, я так понял, на украинском писал, поэтому я прочитаю на украинском. Я Твіпіт Вищик, и кстати, мені 8 років, у мене середа, четвер, вихідний, ломник, сон, как-то так. Привет, как дела? Слушай, ты знаешь смешарика? Ушел из Пупка? Нет, не знаю. Он такой смешной, в общем, он жил в Пупляндии, в Пупке, а потом вывалился оттуда, живет в Шарараме. Недавно рассказывал, что в Пупляндии все хорошо. Там выпал снег и все играют в снежки. Ох уж, это непредсказуемая весна, сказал он. Про Пупляндию он сам мне рассказал. Это фантазия. Какая твоя любимая игра? Не знаю. Сейчас у меня любимых игр нет. Я уже отвечал на этот вопрос. Я в свои любимые игры, наверное, не могу играть, потому что я веду детский канал, как бы записываю детские игры. Некоторые из них мне очень нравятся, некоторые так себе. Как бы, ну, все-таки любимые игры больше для взрослых. Как бы я пробовал раньше делать обзоры таких игр, но как-то оно не пошло. Потому что там большая конкуренция, много людей среди взрослых, как бы, сами могут себе купить крутой компьютер, крутую игру, поиграть, и все смотрят эти обзоры. Сними ферму слизи, пожалуйста, Никита. Ферму слизи запишу, но немного позже, потому что я ее записываю не часто. Недавно записывал, установлю себе новую версию. Скорее всего, придется там сначала начинать, поэтому как бы все это нужно время. Ну, я себе пометку сделал, помню. Так, Пит, играй в Roblox на карте Plant vs Zombie. Кстати, не поверишь, я это сообщение не видел раньше, а вот увидел вчера карту вот это вот растение против зомби и записал ее. Сегодня, кстати, видео уже выложил. В общем, как раз твое сообщение я прочитал уже только что позже. Так, я твой подписчик, я понял. Привет, Скара, отмечаю, привет. Лео просил, я помню, чтобы я записал растение против зомби первая часть. Я ее записал, вот он радуется. Как дела? Я смотрю твои видео по Шарараму. Я рад, Никита. Привет, Курти. Это Вера. Привет, Вера. Это ты смеялся или это такое значение, лол? Ну, я не помню. Я часто смеюсь и улыбаюсь, но лол я никому, по-моему, не писал. Так, понятно, спасибо. Так, последнее сообщение, Михаил. Я ваш канал обожаю, передайте мне привет, меня зовут Михаил. А я не догадался, что Михаили. А, зовут Михаил. Привет, Михаил. Так, когда видео, как называется твой город и дом? Я хочу знать, просто я твой подписчик. Ну, в принципе, это не обязательно знать подписчикам. Можно просто смотреть видео. Спасибо, Тазавод. Так, 17 марта батл умников. Значит, повоюем. Готовьтесь. Так, здравствуйте. Я хотела вас попросить оценить мой клуб. У меня такой же, как у вас, дуб на облаках. Пожалуйста, оцените. Спасибо заранее. Теона Маша, я навряд ли сейчас зайду. А вот кому интересно, зайдите в клуб Теона Маша и оцените. Моё, а ты будешь снимать третью часть Адам и Ева? А, ну если вы посмотрите третью часть Адама и Ева, там я как бы ее скачал. Там что-то такое непонятное вообще. Неудобное управление, там как-то, блин, я в нее вообще не смог поиграть, тем более записывать ее я не увидел смысла. Я не знаю, может я не ту игру скачал, конечно, но мне она вообще не понравилась. Там совсем по-другому все развивается, чем первый, второй. Такое ощущение, что совсем разные разработчики делали. Поэтому не факт, что я ее запишу. Так, привет, Иван, передай привет Кате Деркачевой. Привет, Кате Деркачева. Спасибо за пожелание. Костя Лап, спасибо. Так, я раскрыла, ты Ванюха. Да, ты права, кошка, я Ванюха. Откуда у тебя 35 уровень? Офигеть, Татьяна 3. Ну, поиграй немного, и будем тебя тоже бить.
135 и 135 уровень. Все, все дается за старание. Так, я обожаю твой канал, люблю его, и ты. Очень классно, у меня раньше было 7 лет, а теперь 8. Ну, значит, по-моему, что-то сообщения уже эти были. Я их стараюсь удалять старые. Если вам надоело подлагивание, то нажмите на правую кнопку мыши и найдите надпись «Качество» и выберите подходящее качество. Но я не знаю, это проблема, скорее всего, с игрой, когда лагает, потому что у меня компьютер, ну, очень классный, интернет у меня, ну, 100 мегабит как-то. Я думаю, тоже проблем быть должно. И бывает именно в игре иногда лаги, это в последнее время было. То есть до этого там месяца 3-4 не лагало вообще, вот сегодня не лагает, а вот прошлую запись лагала страшно. И позапрошлую помню тоже. Так, попробую поиграть в игру Немо. По-моему, я в нее раз играл, даже записывал, не помню точно. Там если про рыбок, то это она. Не одолжишь карту на один день. А я тебе свой аккаунт. Вольника не одолжу. Никому ни карты, ни аккаунт. Костя Захар, я модератор. Что дальше? Ну, в общем, вот сообщений нет. Наверное, я уже в следующий раз запишу прохождение этого урока в школе магов. Так что все. Кто еще последние друзья сегодня? Даже вот еще 2 человека. Так, сообщений больше нет. Подарки всех раздал. Приветы передал. Так что на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Все оно было такое квест немного длинноватый, немного нудноватый. Но я делаю обзор всех квестов по расписанию, без перерывов и выходных. Так что сегодня был такой. Если это действительно вам понравилось, то ставьте лайки, поддерживайте это видео. А также можете поделиться с другими друзьями, кто не смотрит наш канал, для того, чтобы они тоже с нами познакомились. Всем пока, до новых встреч. Оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Пока-пока.